синим пальто. Ребята, я пойду на минутку. А что там дальше было? Ну не в пальто же. Все, ребята, я пойду быстренько. Опять? Пять минут. Не в пальто же. Ладно, я пойду. Куда он постоянно бегает? Давайте посмотрим. Погнали. Никита! Ты что, тиктокер? Да. Да. Классно вообще. Шутка, блин, очень круто. Прям от счастья это вообще чё-то. Прям круто. Ага. Они говорили. Да. Это прям вот то. Знаете, на самом деле быть невысоким это очень удобно. Илья, поехали к маме, я готова. Илья, короче, я поехала одна. Вот, и, короче, такая ситуация произошла. Ребят, я детское кресло никуда выбирать не буду. Я боюсь, что тебе весело. Ну что, не знаешь, я вообще сам офигел. Че, может, сумку подрежем? Да не надо, она все-таки с ребенком. Ну я же говорил. Опять. Дай попить. Держи. А я пустую. Угу. Hello, darkness, my old friend. I've come to talk with you again. Слушай, Никит, мы так давно уже вместе. Может быть, выведем наши отношения на новый уровень? Да. Закройся. Это Ксюша. Что у нас, Ксюша? Как-то новый этап, да, с тобой отношения. Я вообще-то имела в виду съехаться. Ну, 2 часа уже так и так оплачено, так что я понял. Может, хотя бы в картишке? Потемнело. Первый ход не переводим. Ну-ка, кто зовет? Широкий. У тебя контактов мало. У меня много контактов. Давай, пока. Давай посмотрим. Давай. Давай. Да ну какой-то непонятный попался. Что давай непонятный? Тебе диалог добавлю. Козлин. Я чё? Ты чё его парни пишешь? Вали. Добавляю в диалог. Да мне нет WhatsApp. Тебе не создавай. О, картинка. Делу. Вызываем. 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 Так. Лейтенант Полетаев. Что происходит? Товарищ лейтенант, у нас здесь конфликт. Все, добавляю в чат отдела. Давайте в нашем диалоге, может, разберемся. Мы принимаем только Apple Pay. Разрядился! Ребята, что телефоном все? Эй, алло! Товарищ лейтенант! Эй, ау! Я с вами разговариваю. Так, на, держи пауэрбэнк, зарядись. Давай. Ага, все, идем в отдел, а то пока вам какой-то еще чат не подкинули.
Привет, Камила. Ты видел, сколько времени? Где ты шлялся? Мы с Никитосом пошли в картинную галерею. Там была беременная женщина, и ей стало плохо. И Никита может подтвердить. Да, Лех. Тут Стася хочет послушать историю, которая вчера с нами приключилась. Вот красный. Алло, Стась, мы, значит, с Илюхой в газели арендовали рабочих. Поехали по Ярославскому шоссе. Приехали, и тут ни с того ни с сего выбегает лось. Мы этого лося сбиваем. В случае не страховой. Конечно, мы это лося в кювет. Нам повстречались еще, главное, вот три клоуна. Рожи свои мерзкие, разукрашены. Мы с ними, конечно, в драку сразу же. Я одному бах, Илюха второму бах, Свертухе третьему бах, он тебя так умеет на самом деле. В общем, мы из-за этого задержались, сама понимаешь. Да блин, не синий, красный. Стась, забудь все, что я тебе говорил. Мы в Третьяковскую галерею ходили, смотрим на картину. На эти, и тут роженица, вижу. А, говорит, больно мне, рожай из меня, сын лезет. Мы ее, понятное дело, на руки подхватили. Приносим ее в больницу, парик снимает, говорит: опа, розыгрыш, клоун это, надул нас. Ты думаешь, в эту херню кто-нибудь поверит? Да пошел ты! Я видела видео, как два дебила на газели лося сбили. А в конце еще и клоуны. Ксения, мне вас рекомендовали, можете проверить моего парня на верность? Да не... Водичку, я открою тебе. Спасибо. Жарко, да? Ага, он ко мне козлил! Ага, я тебя видела, пикник лета! Спасибо, Ксения, с вами приятно иметь дело. Ты изменник, козлин, у нас будет с тобой серьезный разговор. Ну конченый, что ли? Какие разговоры-то ходят? Че, поехали? Подожди. Теперь можем? Теперь поехали. Мы еще даже не тронулись. Будьте добры, ваши документы. Угу. Зай, подожди. Я знаю, как с ними разговаривать. Все, все, товарищ лейтенант, я понял. Тебя пропускают, проезжай. А теперь поблагодари водителя аварийкой. Стоп. Что такое? Да ничего. Надеюсь, он понял. Все, теперь тебя будет учить водить тот, кто научил меня. Врубай первым. Что ты идиозы? Давай, выворачивай. Твоя машина будет, будешь ее ушатывать. Давай, обгоняй его уже! Маменькин сынок! Куда ты, не видишь, там встречка! А вот это сердце автомобиля. Я тебе расскажу о нем абсолютно все. Вот сюда летим и вайку.